Ласточки много не бывает. Скоростные поезда курсируют между Ивановым и Москвой уже почти год. Недавно к трем уже существующим рейсам скоростного поезда, ночному, утреннему и вечернему, решили добавить еще один. Жители просили дневной поезд, дневную ласточку. И почему этого нельзя было сделать сразу? Потому что это дневные поезда, когда идут скоростные, наш ласточка скоростной поезд, связан с расписанием электричек в Московском транспортном узле. И как каждый поезд, это такая серьезная технологическая настройка. Но вот сейчас мы с РЖД договорились, что с 11 февраля у нас появляется дополнительный. Все остаются поезда, которые есть, плюс появляется дополнительный поезд. Первую дневную ласточку с Ивановского железнодорожного вокзала в Москву провожали в понедельник. Отправление поезда в 13:36. Желающих выехать в столицу в это время оказалось немало. Очень удобное время, потому что раньше не было, были только вечерние и утренние рейсы, что было крайне неудобно, так как у меня много стыковочных рейсов по аэропорту, и мне приходилось целый день проводить в Москве. Поэтому сейчас нынешний рейс мне очень удобен, поэтому я могу спокойно переехать в аэропорт, сесть на самолет, не задерживаясь в аэропорту или в столице. Еще когда открывали только первые рейсы, уже я думал о том, что было бы хорошо, чтобы это было днем. Так что прекрасно, что запустили, я очень рад. Надеюсь, что не отменят в ближайшее время. Преимущество этого времени отправления в том, что можно обойтись без раннего подъема и прибыть в столицу не поздно, в 17:24. Об удобстве этого рейса сказал едва ли не каждый из опрошенных нами пассажиров. Пожилые люди и молодежь, семьи с детьми. В первом дневном рейсе «Ласточки» свободных мест практически не было. Приезжаем в самый центр Москвы и сразу на любой метро, в любой конец города можно уехать. Очень удобно, нравится. Вот сейчас попробуем, узнаем. Мне кажется, будет очень классно. Мне очень удобно, потому что сюда я ехала на 7 утра, пришлось вставать в 4 утра. А здесь спокойно, хорошо. Город приветливый, все очень хорошо. Большое спасибо. Первый рейс показал, что дневная ласточка востребована в Иванове. Добавился также рейс из Москвы в Иваново. С Курского вокзала поезд отправляется в 14:04 и прибывает в город Невест уже в 17:59. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.